Был это сделать, и он это сделал, а мы переходим к следующей баре. Весовая категория 57 килограмм, рост 169 сантиметров. Чемпион WF Amateurs, призер международного турнира по грэпплингу. Победитель турнира джиу-джитсу. Профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Fighter KG, тренер Чекиров Кенжибек. Уроженец село Ахджар, Омская область. Асхарбек Нурбалла! И его соперник. Весовая категория 57 килограмм, рост 168 сантиметров. Чемпион по кикбоксингу города Москвы. Чемпион по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по кикбоксингу. Команда «Белый медведь», тренер Игорь Смирнов. Россия. Встречаем Алиев Батыр. Бойцы в середину. Ну и довольно интересно. Первый боец из России сегодня на турнире WF Selection. Алиев Батыр против местного Батыра Асхарбека Нурболота. Асхарбек Улу Нурболота. Родился он и проживает в селе Ахджар, где проходит это самое событие. Но не подумать, что Асхарбек Улу простой боец. Он все-таки чемпион WF Amateurs и победитель турниров в грэпплинге. Вот здесь получает, правда, встречный. Как же хорош Батыр. Но чемпион Москвы по кикбоксингу — это, конечно, хорошая заявка. Посмотрим, сумеет ли наш кыргызский боец выдержать такой агрессивный стиль и напор кикбоксера и самбиста Алиева. В очередной раз Алиев поднимает оппонента и пытается исполнить тейкдаун. Дважды ему это удалось, но Асхарбек Улу буквально железный. И в такой ситуации нисколько не сдается, даже захватил руку оппонента, пытается доработать до конца. Но видно сразу, что грэпплер, и вот эта стилистика именно в борьбе, в партере для него куда более близка. Ну а Алиев Батыр — классический представитель ударных единоборств, скажем, кикбоксер. Но есть у него звание и в плане борьбы, все-таки победитель турнира по самбо и мастер спорта в этом виде. Поэтому очень серьезный у него соперник достался Нурболотов. Но будем надеяться, этот бой для него удачно. В любом случае, он же на протяжении полторы минуты держит оппонента за руку и пытается провести болевой прием, и здесь почти получается, но мы видим, что Батыр сопротивляется, и в итоге оба бойца расходятся. Так, выпала капа у российского спортсмена. 2 минуты поединка мы с вами посмотрели. Очень интересное противостояние. Да, стоит отметить, что в день, когда проводился турнир Selection 14 в Ахджар, погода, особенно ближе к вечеру, не порадовала. Отличный выпад у Нурболота. Правда, подошел он к краю октагона. Там, как вы видите, мокро. Хорошая атака. Вот он, боец. Вот он. Сумел навязать именно с точки зрения драки борьбу Нурболот сейчас Алиеву. И на секундочку российский чемпион растерялся. Казалось, перехватил инициативу. Но в итоге в защитном гарде находится. Шикарно развернулся. Ну просто браво. Чувствуется, что Нурболот экономил силы. И здесь нужно добивать оппонента. Нужно добивать. Практически без сопротивления сейчас лежит россиянин, но судья не останавливает бой, все-таки реагирует на все эти атаки Алиев. Ну и вот, действительно, дождался этого момента
рефери встречи, что Алиев Батыр просто зажал лицо руками. Вот он герой, Аскарбек Улу Нурболот. Действительно, родная публика дала ему большой заряд энергии. Мы видим круг почета здесь в честь местного спортсмена. Браво! При поддержке родных трибун такого опытного бойца сумел победить. Теперь у него в активе 3 победы в карьере. Что касается Алиева, то первое поражение ему наносит спортсмен из села Ажа. Ну и действительно, во втором выпуске практически все бойцы из нашей страны побеждают своих оппонентов. Были повержены уже 3 узбекских спортсмена. Затем мы видим, сумел Аскарбек Улу Нурболот сейчас отправить домой Алиева Батыра. На награждение приглашается Эрмекбаев Абдрахман. Пока все шикарно. В первом раунде за 3 минуты 9 секунд техническим нокаутом победу одержал Аскарбек Улу Нурболот! Да, браво, Аскарбек Улу.